Генератор синусоидальных колебаний, подключен к вертикально отклоняющим пластинам осциллографа, и увидим синусоидальный сигнал на экране осциллографа. Изменим условия эксперимента. Генератор подключим к одной катушке индуктивности, осциллограф к другой. Расположим две катушки рядом и включим генератор. Мы доказали, что ЭДС индукции, возникающей в левой катушке, приводит к появлению электрического поля между вертикальными отклоняющими пластинами конденсатора. Электрическая цепь этой катушки разомкнута, то есть по ней не протекает постоянный электрический ток.